Всем привет! Вы на моем канале Настя. И сегодня я снимаю видео про Хэллоуин. И как бы мы будем делать сегодня декор. Итак, давайте начнем. Первым делом мы будем делать делать кролики и черепки или кролики. Давайте сделаем дробики. Черный картон. Складываем его пополам. Раскрываем. Складываем снова. Фломастер и рисуем то, что нам надо. Я не буду, наверное, делать прям именно гробики или черепки. Я сейчас сделаю просто пример, что можно сделать. И делать я буду из кружков. Пока что я как бы еще не очень умею это делать. Но вы, в общем, складываете, рисуете, что вам надо. Там вот такие пиковки, черепки, гробики. Я вам покажу просто на кружочках. Так, дальше. Ай, больно. Получились вот такие кружки. Берем их. Режем их вот здесь. Берем еще один кружок. Втыкаем еще раз. Вот получается вот такая вот хрень. Но у меня не получалось. Можно потом взять и повесить на стенку. Ладно, это у меня не получилось. Будем делать другое. Берем бумагу. Ищем нам подходящий цвет. Какой нужен цвет? Мне нужен цвет. Мы берем и делаем у него квадрат. Складываем раз. Складываем два. И складываем, больше не складываем.
и рисуем тыковки. Все, вырезаем вот такую вот форму тыковки. Больше на сердечки похоже. Вот такие вот тыковки. Тыковки. Затем мы берем и рисуем на белые глаза. Черным цветом. И у меня получились вот такие вот тыковки. Тыковки. Затем мы берем. Степлер. Вываливайся. О. Погаси за этот цвет. Ты предатель. Если выключить цвет, конечно, то он будет не предать. Это все мое волшебство. Так, берем эти тыковки. Но должно быть очень-очень-очень много. Очень много. Мы их берем вот так вот. И сцепляем. Понятно, почему курить должно быть много. Берем и вставляем. Это единственная мордочка, которая у меня получилась. Конечно же, она была большая такая. Надо их очень много, но мне будет 4. Затем мы берем скотч. И вот клеем. Возьмем это. И приклеим. Вот так вот. Очень теперь будет вкусное и съедобное блюдо. Я буду нормально говорить. Нам нужен плавленый шоколад. Ну, к сожалению, это у нас не получится. Потому что плавленый шоколад обратно заплавился. Ну, расплавлять его это будет очень долго на водяной банке. Но я надеюсь, вам понравилось это видео, хотя очень вряд ли. Я сейчас сниму другое видео. Постараюсь его
Нормально. Это у меня получилось, только вот это вот фигня. И все полетело на маленькую собачку. Где ты? Ну, что ж. Твой папа, ну, ставьте лайк.